Массовые субботники прошли и во всех районах Твери. В минувшие выходные в масштабной уборке приняли участие около 1500 человек. Об этом наш следующий репортаж. В Твери в рамках Всемирного дня чистоты прошли массовые субботники. В порядок привели 30 городских территорий. Большой субботник с участием большого количества предприятий, образовательных учреждений, учреждений различных форм собственности. Многие предприятия вышли на наши объекты, и, как правило, это очень важные объекты благоустройства. Это берега Волги, рощи. Так, например, в Бабачевской роще трудились студенты и сотрудники одного из предприятий Московского района. Синие пакеты были предназначены для пластика. В черные участники субботника собирали прочий мусор. Куда ни зайди, везде мусор. Даже противно. Пластмасса, стеклянные бутылки, пачки сигарет, салфетки, стаканчики. В числе территорий, приведенных в порядок, есть парк Дворца творчества детей и молодежи, береговая зона реки Тьмаки, Константиновские карьеры, Первомайская роща, набережная Лазури. В общей сложности было собрано около 280 кубометров мусора.